Шоу-бизнес простился с Жанной Фриске. Прощальная панихида состоялась в Крокус-Сити-Холл. В этот концертный зал люди привыкли приходить на праздник, но на этот раз повод был более чем печальный. Вся страна скорбит вместе с семьей Жанны. Тысячи людей приехали в Крокус-Сити-Холл, чтобы проститься с любимой певицей. Очередь на входе образовалась еще за несколько часов до начала траурной церемонии. Первыми, конечно же, приехали самые близкие люди – папа, мама, сестра с мужем и подруги Жанны. Огромное количество артистов также пришло проститься с подругой и коллегой. Каждый из них до последнего верил в хэппи-энд. К сожалению, свою главную миссию она выполнила. В ней есть какие-то небесные силы, которые, собственно, все вот так вот преподнесли, что ты просто разводишь руками и смотришь в небо и говоришь: «Жанна, спасибо тебе». Просто так не должно было бы быть. Не должно так было произойти. Тем более, когда вся страна так желала ей выздороветь и так за нее молилась, переживала. Какая дикая несправедливость. Дмитрий Маликов еще в 2012 году записал с Жанной дуэтную песню. Но тогда он и подумать не мог, что она окажется последней в исполнении Фриски. Я еле ее поймал, потому что она собиралась улетать в Америку уже рожать. Я говорю: «Жан, ну давай хорошая песня, под твой голос подходит, такая предновогодняя». Она говорит: «Ну ладно, давай запишем». Я говорю: «Ну, клип, наверное, не успеем». Я говорю: «Ну, клип не успеем, потому что надо мне там родить, я буду там в Америке там какое-то время реабилитироваться и все». И она как бы улетела, знаете. Как нам стало известно, всю организацию взяли на себя родные, друзья и близкие Жанны. Подруга певицы Анна Городжа обращалась за помощью в многие столичные места, где ей озвучивали бешеные суммы. А настоящему мужчине, Эмину Агаларову, понадобилось всего 20 минут, чтобы решить этот вопрос. Кстати, Дмитрий Шепелев прилетел в Москву только в день похорон. В интервью одному из телеканалов ведущий признался, что на прошлый день рождения он сделал Фриске предложение руки и сердца, а в ответ услышал долгожданное «да». К сожалению, красивую свадьбу, о которой так мечтала Жанна, они сыграть не успели. Вся страна запомнит Жанну Фриске самой жизнерадостной артисткой. На сцене она была богиней, а в жизни – обычным человеком. Подожди, я сниму туфли. У меня так устали ноги, это какой-то... Весь день на... Один! Маленькая, да? Я всегда верю в то, что награды даются объективно, но мне почему-то кажется, что и сегодняшняя награда, она именно такая.